أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تهوهام فروح سوف ترحل في سلام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا. Сейчас мы поговорим о мгновениях, которые произойдут с каждым из нас. Давайте сейчас представим эти мгновения, чтобы подготовиться к ним. Ты умрешь. Все мы умрем. Но что же произойдет после смерти? Твоя семья узнает об этом. Отец, мать, жена, дети, братья, сестры. Они будут оплакивать тебя. Они опечалятся из-за твоей смерти. Иногда сразу же, спустя всего несколько часов, они свяжутся с человеком, который будет тебя омывать. Как говорится в стихе, «Один из тех, кого я любил больше всего, быстро пошел к омывающему покойников, чтобы он пришел и омыл меня». Они свяжутся с человеком, который омывает покойников. Неважно, придет ли он к тебе домой и омоет там, или тебя отправят в умывальню. Вместе с этим человеком будут и некоторые члены твоей семьи. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит Аиши, «Если ты умрешь раньше меня, я сам обмою твое тело». Это достоверный хадис. Его привел имам Ахмад. В большинстве случаев, да, именно родственники омывают покойника. И вот они придут к тебе, когда ты лежишь, без одежды, на тебя осталось только то, чем прикрыты твои срамные места. Затем они обмывают тебя. Тебя обмывают родственники, любимые тебе люди. Они моют тебя. Делают тебе омовение, умощают благовониями места, на которые совершается земной поклон, после чего заворачивают тебя в саван. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Носите белые одежды, потому что они лучшие из всех одежд, и заворачивайте в них своих покойников». Этот хадис приводится в Сунане ат-Тирмизи. «Тебя завернут в белый саван». Как говорится в стихе, «Они одели на меня одежду без рукавов». Твоя семья и те, кого ты любил, окинут тебя взором в последний раз. Они будут смотреть на тебя в последний раз. После этого они увидят тебя вновь только в судный день. В последний раз. Они поцелуют тебя, потом пойдут с тобой в мечеть и будут ждать, когда наступит время обязательного намаза, чтобы после него прочитать по тебе джаназу намаз. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Тому, кто будет присутствовать на похоронах до завершения заупокойного намаза, полагается награда в один кыраат, а тот, кто останется до завершения погребения, получит награду в два кыраата». Люди спросили, «Что это за два кыраата?» Он ответил, «Они подобны двум огромным горам». Этот хадис приводится у Аль-Бухари и Муслима. То есть количество благих дел, хасанатов, будет подобно горам у того, кто сделает по тебе джаназа намаз, пойдет за погребальными носилками и уйдет только тогда, когда тебя захоронят. Посмотри, субханаллах, люди будут совершать поклонение Всевышнему Аллаху, делая по тебе намаз и хороня тебя, а ты уже все, неподвижное тело. После намаза, после того, как по тебе прочитают джаназа намаз, твоя семья и те, кто тебя любил, твой отец, твои братья, твои дети, понесут тебя на своих плечах. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Аль-Бухари, когда будут прощаться с покойным, мужчины возьмут ее на свои плечи. Вот они понесли тебя на плечах и будут нести до самой могилы. Что тогда будет? В этот момент люди будут пребывать в одном из двух положений. Ты окажешься в одном из двух этих положений. Если он, как говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует, если он был праведным, он скажет, «Несите меня быстрей, несите меня, потому что это будет праведный покойник, который поклонялся Всевышнему Аллаху. Этот человек поклонялся Всевышнему Аллаху, и вот он хочет идти вперед, чтобы увидеть то наслаждение, которое его ждет. Если же он не был праведным, он скажет, «О горе мне, куда вы идете со мной?» И все услышат его голос, кроме людей. И если бы его услышал человек, он упал бы без чувств. Когда люди понесут тебя на плечах, ты окажешься одним из этих двух. Либо ты скажешь,
«Несите меня вперед, вперед!» Либо скажешь: «О горе! Куда со мной идут?» И все это по причине твоих дел. Так что же ты подготовил для того дня? После того, как твоя семья и родственники несли на плечах погребальные носилки в направлении кладбища, они доходят до могилы, которая была вырыта для тебя. Теперь она станет твоим домом. После того, как ты жил в квартире, после того, как ты жил в доме, после того, как ты жил во дворцах. Сейчас это твой дом, просто несколько метров. Яма, полностью похожая на соседние ямы. Твоя яма такая же, как у них. Неважно, был ли ты богат или беден, в этой яме ты и будешь жить. В нее спустятся два твоих самых близких человека, которые любят тебя больше всего, которые очень сильно любят тебя. Они и положат тебя в эту могилу. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, что во время погребения и опускания умершего в могилу надо говорить дуа «Бисмилля ва аля суннати Расулилля», да благословит его Аллах и приветствует. Или, как сказано в другом ривояте, «Бисмилля ва аля милляти Расулилля». Представил ли ты себе, как они кладут тебя в это место и произносят такое дуа? Затем они засыпают тебя землей. Потом, как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и шейх Альбани назвал этот хадис достоверным. Когда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, заканчивал с погребением умершего, он вставал над ним и говорил: «Прочувствуй, это когда-то произойдет и со мной, и с тобой». Вот погребение завершилось. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Просите прощения за вашего брата и просите, чтобы Аллах укрепил его, ибо сейчас его допрашивают». О Аллах! После дунии, после всей этой длинной жизни, сейчас, после того, как они засыпали тебя землей, тебя начали спрашивать. Сейчас тебя спрашивают, а твоя семья и те, кто тебя любил, уже не в могиле. Они не зайдут туда вместе с тобой. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, который приводится у Абу Дауда: «Воистину он, то есть умерший, воистину он слышит стук их сандалий, когда они уходят. Они оставили его через несколько минут, даже не часов, всего несколько минут они постоят у могилы, поплачут по тебе, попросят, чтобы Аллах тебя укрепил, сделают за тебя дуа, а потом уйдут, отвернутся и уйдут. И ты услышишь стук их сандалий, ты услышишь звуки, как они все дальше уходят от тебя. Все, они оставили тебя в этом жилище. Через несколько дней, месяцев, лет, они навестят тебя. Тебя так же, как и других умерших. Они подойдут к могилам, зайдут на кладбище и скажут: «Ассаляму алейкум, о обитатели могил, из верующих и мусульман. Поистину, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам. Мы просим Аллаха ниспослать нам и вам благополучие». Это дуа, которое нужно произносить, заходя на кладбище. Могила стала твоим домом. Теперь это твое место. Что последует за тобой в твою могилу? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел ан-Насаи: «Трое последуют за умершим, члены его семьи, его имущества и его дела. Двое вернутся назад, семья и имущество. Семья и имущество, все это вернется и покинет тебя, и у тебя останется только одно». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «А одно останется с ним, его дела. С тобой в могиле не останутся только твои деяния. Неважно, принесут ли они тебе пользу, если это благие дела, или же навредят тебе, если это скверные дела». Всевышний Аллах говорит: «Потом он умертвил его и поместил в могилу. Ты будешь жить в этих могилах. Ты будешь жить в одной из могил, и у тебя с собой останутся лишь твои дела. В могиле будет сжатие». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел ан-Насаи: «Тот, от смерти которого сотрясся трон Аллаха, это Саад ибн Муаз». Представьте, от его смерти сотрясся трон. Также для него раскрылись небесные врата, и его сопровождали 70 тысяч ангелов. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Могила его сжала. Могила его сжала, а потом ему было дано облегчение. Никто из нас не спасется от этого сжатия». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который шейх Альбани назвал достоверным: «Поистине могила сжимает. И если бы кто-нибудь был спасен от этого сжатия, это был бы Саад ибн Муаз. В могиле будут происходить великие вещи.
Также в могиле будут вопросы и испытания. В хадисе, который привел Аль-Бухари, Асма бинт Аби-Бакр, да будет доволен Аллах ей и ее отцом, сказала: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся со своего места, обратился к людям с проповедью и упомянул об испытаниях, которым подвергнется в могиле каждый человек. Когда он упомянул об этом, мусульмане громко закричали: «Это будет великая фитна, и мы поговорим о ней на следующей серии «Соизволения Аллаха». فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام могила. Что ты можешь знать о могиле? В муснаде имама Ахмада приводится, что когда при Усмане, да будет доволен им Аллах, упоминали могилу, он плакал. Его спросили: «При тебе говорят о рае и аде, но ты не плачешь. Тебе рассказывают даже об адском огне, но когда тебе говорят именно о могиле, ты плачешь». Он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине могила — это первое пристанище в ахирате, это первая остановка. Тому, кто спасется от нее, после этого будет легче, а тому, кто не спасется, после нее будет еще сложнее». О Аллах! Это будет решающий момент. Самое начало, но оно многое рассудит. Если ты спасешься там, все остальное будет легко. Если же ты не спасешься, тебе будет трудно. И дальше тебе будет тоже все труднее и труднее. И как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе, который приводится в Сунане от Тирмизи: «Я не видел зрелища ужаснее могилы». Не сам ее вид вселяет страх, но чем же она так ужасна? Тем, что она означает. Почему? Потому что ты знаешь, это зрелище указывает тебе на то, что однажды человек окажется в этой могиле. Он не будет двигаться, окажется в темноте, если только Всевышний Аллах не осветит ему это место. Он окажется либо в мучениях, либо в блаженстве. Многие вещи будут определены уже в этой могиле. Это будет домом человека после того, как раньше он жил в больших домах и, возможно, даже во дворцах. Эти могилы темные, как мы говорили, если только Всевышний Аллах не осветит их. В сахихах Аль-Бухари и Муслима приводится, что одна женщина подметала в мечети. Она умерла. Сподвижники похоронили ее и не сообщили о ее смерти пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Когда же пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, узнал об этом, он сказал: «Укажите мне на ее могилу». Когда же он пришел к ее могиле, он помолился за нее. Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, эти могилы погружены во мрак, окутывающий тех, кто в них находится. Мрак для обитателей этих могил. И поистине Всевышний Аллах озарит их для них посредством моей молитвы. О Аллах! Могила темна. Кто любит темноту? Кто может выносить темноту часами, днями, годами, когда он совсем один? Это страшно. Человеку обязательно надо работать, стремиться и стараться в этой дунии, чтобы Аллах осветил для него его могилу. На следующей серии мы поговорим о наслаждениях в могиле. Как человек будет наслаждаться в своей могиле? Также мы поговорим о могильных мучениях. Какие наказания ожидают человека в могиле? Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа тех, кто будет наслаждаться в своих могилах. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа тех, кто получит наслаждение в могиле. Также я прошу Всевышнего Аллаха защитить нас от могильного мучения. И Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا.